Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, я, Russian Fear, и мы продолжаем строить наше поселение в игре Going Medieval. А тут спальню сейчас у нас застроят, и у нас началось событие Молот Тора. Событие длится 4 часа. Короче, бьют везде молнии, я не знаю, такой первый раз вижу. То есть уже попало в дерево, дерево вырубило нахрен, соответственно. Как я понял, вот сюда куда-то оно попало или не знаю. Да стой ты, чё, блин, с этой камерой грёбаной. Вот сюда попало, но дерево стоит. И я поменял маленько приоритеты, чтобы у нас продукты не портились. Быстрая доставка, теперь у нас почти все ей занимаются. Соответственно, когда ты помечаешь что-то на быструю доставку, это все сразу по-быстрому уносится нахрен. Ну, удобно. Так, как вы видите, у нас 700 сена. Лен тоже у нас пошел. Дела идут неплохо. Шерстью пока все печально. Где они хранят сено, непонятно. Тут я поставил ставить стойки для доспехов, чтобы они сюда одевали одежду, видимо, и все остальное. Так. Тут у нас все в порядке. Красную смородину еще только не посадили, но мы ее и не собирали. Заканчивается бродить сусло на складе и превращается в сомнительное пойло. Ну, хотя бы так. По еде, как у нас дела? Капусту собрали. Так, в принципе, могут теперь готовить еду для животных, наверное, да? И сегодня я хотел заняться большой перестройкой. Что это такое? Копченое мясо. А что оно здесь лежит? А, тут еще надо вот так сделать. Блин. Сейчас. Вот так. Разберите, пожалуйста. Так, что я хотел? Вот это вот все дело. Нам надо, значит, перенести пока что. Давайте куда-нибудь сюда. Перенесем. Вот так. Вот это перенесем с вами вот сюда. Вот это. Вот сюда. Так, это все дело мы переносим с вами вот сюда. И вот это вот сюда. Давайте, занимайтесь. Сейчас увидите, что я хочу. Мы сделаем здесь пристройку. И, соответственно, будем делать еще ряд комнат. Но сейчас все у нас занимаются непосредственно продуктами. Потому что продуктов надо запасти немало. Плюс нам надо где-нибудь надыбать ягоду. А где надыбать ягоду, вот это вопрос. Блин, да это управление меня бесит прям. Настройки камеры. Классический режим. Во! Смотрите, кстати, как красиво стало, да, сразу? Все поодевали. Давайте, переносите. По-быстренькому это все дело. Так, вот это нам надо все дело очистить. И, соответственно, вот эту дорогу мы будем с вами ломать. Потому что у нас здесь будет расширенница. Стоп, нет. Я склад снес нахрен, вижу. Склад верните, пожалуйста, мне.
здесь не надо ничего сносить. Здесь все хорошо у нас. Так, тут, значит, что нам надо еще снести? Вот так. И на этом все. Все, занимайтесь, развлекайтесь. Вот эту стену нам надо переделать. Вот так вот. Ну и, соответственно, все. Кирпичи эти тоже убирайте отсюда все. Вопрос. Почему кирпичи несете на склад? Опять понес на склад. Это как так? Что у нас на складе стоит? И куда ты их здесь пришвартовал? Я их тут не вижу, конечно, но... Где кирпичи? Вот он тащит. А нет, он не сюда тащит. Все правильно, они носят кирпичи. Вот сюда они должны их складывать. Стальной слиток и железный слиток. Переносите, пожалуйста. Сейчас они здесь все донесут. Вот это мы все тоже срежем. Так, вот это тоже, пожалуйста, унесите. Это столько кирпичей, они разобрали, и всего 75. Несерьезно. Так, вот эти деревья срубить в срочном порядке. Молот Тора мы пережили, слава богу, у нас не попало. Так, достраивают они спальню. Не получилось. Но ты, блин, даешь. Мейбл. Не получилось и ушла, главное. Ну, молодец, молодец. Ничего не скажешь. Тут достраивают. Тут все хорошо. Вот это убираем, значит. Это срочная транспортировка все у нас идет. И давайте начинаем строить. Из кирпича, не знаю, начать строить, но это будет очень долго, да, я полагаю. Поэтому, наверное, все-таки из дерева продолжим. Так, насколько нам надо, вот надо понять, вот так, плюс... Проход здесь, да, вот так у нас будет. Двойной получается, правильно? А, не так, стоп. Извиняюсь. Вот так проход. Ну и вот так вот, соответственно, комнаты, да? Сколько у нас клеток комнаты? Давайте посчитаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Даже две лишние. Вот таким вот макаром. Да, вы там уже перестроили. Ну ладно.
снесем недолго. Так. Вот так, соответственно. И вот так. Вот это отменить. Плюс что нам надо? Две двери вот с этой стороны. Так, как-то... Вот так. Ну и, соответственно, с этой, да? Так, вот так. Вот это переместите пока вот сюда, пожалуйста. Я что вспомнил. Которые переместились, они же сбились, все настройки у них, да? Да, вот кнопочку, блин, копировать. И было бы все шикарно. Поддерживать 30. Поддерживать. Тут поддерживать. Оно само ставит, да? 50, например. Тут... Здесь поддерживать. 50. Так, ну здесь у нас что стояло? Плавить все. Состояние 45, по-моему, я оставил. Бесконечно. И здесь также бесконечно 45. Железные слитки лежат, никому не нужны. Офигеть. Вот живем, да? Так, тут стройка пощель, как сказал бы кто-нибудь. Так, давайте смотреть по теплоизоляции. Стоимость теплоизоляции 0,8, теплоизоляция 0,75. В принципе, можем позволить себе, я думаю, здесь из кирпича пол. Так, количество 100, поддерживать 100, давайте 200 поддерживать, пусть будет. Не, 2000, ты что-то разошелся, братик. А тут мы что делаем? Железный слиток. Поддерживать 50, например. Бесконечно расплавлять. Железный слиток поддерживать 50. И расплавлять бесконечно. Все, что хуже 45. Так, все, на этом решили. Теперь давайте к комнатам переходить непосредственно. Вот у нас линия, да, идет. Вот, соответственно, у нас комната. Раз. Сколько ли так? Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Соответственно, дверь.
Раз, два, три, четыре, пять. Ну и, соответственно, тоже дверь. Сейчас таким образом разбиваем все это дело. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три, четыре. Ну, можно сделать тут просто что-нибудь, пока не знаю что. Раз, два, три, четыре, пять, шесть комнат. Можно сделать две маленькие комнаты, почему бы и нет, да? В одной будет три, в другой четыре. Ну, кому-то не повезет. Либо просто здесь сделать пристройку небольшую. Вот это удалить. Пока мы сильно не углубились, так скажем. Так, вот это тогда тоже отменить. Кирпичный пол оставь. И раз, два, три, четыре, пять, шесть вот здесь. Вот таким образом. Здесь раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вот так, вот так. А вот так. Тут тогда доделаем вот так. Это удалите, пожалуйста. Так, и на поселенцев у нас должно всего хватать. Так, пол надо построить, да? И дверь. Вопрос теперь только с крышей. Стоит у нас. Вот здесь, соответственно, вот так. А тут будем думать, как с крышей быть. Тут что, двери не поставил? Так вот. Вот так. Все, развлекайтесь пока. Потом посмотрим, что дальше делать. Пол из дерева снесите, пожалуйста, здесь. За деревом они ходят, кстати, к нам. Недалеко, так сказать, да? Че у нас? По соломе? Я не понял. А, все хорошо. Не нервничай, главное. По соломке все отлично. Че вам не нравится? У вас такие шикарные комнаты, блин. Так, транспортировочка опять. Надо заняться. А то опять все просрут. Вот так всегда. Где-то не усмотрел. И они все просирают. Вот это тоже унесите. Да, у этих жратва есть, и ладно. Вот это нам склад не нужен, потому что они хранят все там. Ну что, скоро там утро, нет? Как нам здесь строить крышу? Вот это, конечно, вопрос.
Ну, например. Ну, так, да, надо, получается. То есть нам надо ставить здесь балочки. Через сколько она строится? Ага. Вот так пока сделаю. Соответственно, раз балочка. Так, крышу покажите, пожалуйста. Ты что творишь? Блин. Нет кнопки никакой, чтобы вернуть назад. Вот поэтому плохо. Так, эта балка у нас где получается встает? Вот здесь, да? И сколько это клеток? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Блин, я туплю. Так, нам надо вот эти, и как ее мы поставим? Через сколько она ставится, я забыл. Например, вот так. Поставишься? Не поставится, соответственно, вот здесь мы сносим. Давай. И строим просто балку, получается, чтобы ее поставить. Ставится. Так, дальше пробуем. На одну еще. Нет, не ставится. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Через десять, значит, она ставится. Соответственно, каждые 10 будем делать балку. Так, 10. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10. Раз. Погоди-ка. А я не ту снес. Мой косяк. Это убирайте. Вот так. А дверь-то надо другую сносить было. Вот эту. Получается, дверь. Надо сносить, чтобы здесь сделать балки. Так, вот так. Вот так. Блин, опять туплю. Простите. Вот здесь балку. Наоборот. А вот здесь дверку. Так, потом, значит, балку вот так. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ну и, собственно говоря, балочки, да? Ну, а здесь не поставится. Понятно почему. Потому что там нету этой
балки такой большой. Ну, вы меня поняли, наверное. Если не поняли, сейчас объясню. Вот это вот так. А вот это вот так. И вот так. И потом вот так. Отлично. Снимаем с паузы. Все, давайте шерстите. Вперед, удачи. Ну и все такое. Животноводство 17 уровня. Отлично. 645, но это, конечно, мало. 645, я думаю, что еще в этом году оно взойдет, и на зиму нам хватит этого добра. Так, тут у нас что, ничего не пропадает? Ну, конечно, пропадает. Яблоки пропадают. Так, здесь все починили, да? Молодцы. Продолжаем разговор. Знамя из льна. Из шерстей из оленя. Оленя? Все из оленя можно сделать. И вот так вот повешать. Хотя нафиг. Пока заморачиваться не буду. Пока у нас есть к чему стремиться. Так, что у нас по глине? Расскажи, пожалуйста. Поддерживать 200. Глина наша все. Вон тут глина. Дофигища, тащи. Вот это тоже тащите все в дом. Блин, управление тут выбешивает иногда, не знаю почему. Так, у животных все есть. Тут все вроде строится. Не быстро, конечно, но строится. Глина, глина. А что не делаем? Печь для обжига. Это что у нас? Строительство вряд ли. Создание, скорее всего, да? Печь для обжига — это создание. Мейбл, на, развлекайся. Ты тоже развлекайся. Вот так вот. А это филонят. Крышу. А, ну да, крышу. Сейчас достроят. Крышу-то я забыл поставить. Самое главное. Ради чего все задумывалось, собственно говоря, да? Да, блин, выйди ты. В смысле? А, ну сейчас достроят и доделаем. Просто не достроили еще вот здесь, поэтому крыше надо, пишет, две точки опоры. Курица без клички умирает. Вот тупые куры. Может, я когда курицу жал убрать, они по-быстрому просто корову убрали.
Но куры, я думаю, мы найдем. Так, доделал. Молодец, доделал. Давайте. Соответственно, вот так. И крыши убирайте. Они мне не нужны больше. Лето, 6355 год. Беатрис и Мейбел больше не друзья. Причина — скверный разговор. Но вы, блин, даете. Чего-то не хватает. Больше не друзья, там обижаются все. Ладно бы что-то серьезное было, а то из-за всякой херни. Так, двери у меня везде есть. Да, вот здесь только надо вот это удалить. Стой, не тебя удалить, а вот это удалить. И построить здесь вот так стену. Да, все уже почти готово. В принципе, за серию мы управились с вами. И это, я считаю, хорошо. Ячменя у нас немерено, в принципе. Вопрос сейчас, они уберут это потом или нет? Сами. Хочу понаблюдать. Если уберут, то молодцы. Если нет, то, блин, это постоянно вот им показывать, что быстрая переноска. Заколебаешься, короче. Ну да, оставили и ушли. Меда куча лежит, нормально. Тащите, тащите. Уже крыша пошла, а пола все еще нет. Но сейчас кирпичей побольше сделают. Я думаю, что здесь тоже мы пол с вами перестелим. Льна не хватает, блин. Чё ж за фигня-то такая? Летняя одежда, давай. 20. Чтобы нам было что продавать. 20. А, плюс луки. Луки. Короткий лук. Ну давай. Не знаю. Двадцаточку. И этих. Двадцаточку. Чтобы нам было просто хотя бы чем торговать. Кирпичи пошли. Кирпичи нам сейчас надо. Ой-ой-ой. Потому что я хочу вообще везде в этом доме переделать пол под кирпич. И в этом тоже, соответственно. Под кирпич. Ну, вы понимаете, да, что надо дофига просто всего. И давайте зайдем в исследование. Кстати, мы же ничего нового такого не открывали. Плавильня. Улей, швейный стол. Да, ничего. Давайте, наверное, тут мы все открыли. Да, все. А, исследование 3. Это стол для перспективных исследований уже откроется, соответственно. А, броник делаем. Производство льда. Ну и пока, я думаю, хватит. Религиозные есть. Тут золотой слиток надо. Да, пока не будем. Топоры, арбалеты. Вот тоже охота, арбалеты. Спасибо. О, кирпичи-то, смотрите, как пошли. Когда пошли.
Вот так вот. Так, теперь, значит, нам здесь надо сделать арбалеты, соответственно. Так, разобрать это понятно. Это внизу в самом. А арбалет наверх. Поддерживать двадцаточку. Столярное дело 20. Ну, тренируйтесь пока на этом. Что я могу сказать? На нет, как говорится, и суда нет. Так, везде, блин, надо срочную транспортировку эту ставить. И в этой серии мы с вами тогда сразу же поставим стол для перспективных исследований. Хрена себе какой-то здоровый. Вот так вот. Что на него надо? На него надо механические детали. Механические детали у нас делаются вот здесь. Механические детали поддерживать 15. Пока что. Тут механические детали поддерживать 15. Все, развлекайтесь. А я на этом с вами, дорогие друзья, буду прощаться. Подписывайтесь на канал, ставьте свой большой палец вверх, если вам понравилась данная серия. И чтобы не потерять со мной связь, не забывайте подписываться на Рутюбчик. Там я выкладываю также все серии и переношу сейчас серии с Ютуба. Но как будут выходить в скором времени новые серии, я буду, соответственно, их туда добавлять. Потому как... В любой момент с Ютубом может случиться какая-нибудь дикая подлость. И что мы будем с этим делать, неизвестно. Сейчас я справлюсь с заражением пассивов. Ну и, в принципе, все. А с вами прощаюсь до следующей серии. Увидимся и услышимся в ней. Всем пока.